Я звонил экстрасенсам. Алло. Иди ты нахуй отсюда работай! Алло, бля, я вас слушаю. У меня пропал друг, никто не может помочь. Последняя надежда осталась только на вас. А когда вы его видели? Осенью. Чувствую, пошел сигнал! Конкретику давайте! Осенью прошлого года. На фото. Чую! Вы его нашли? Чую, без денег тут никак. Сколько? 15 тысяч рублей. Перевел. Найдите только его, пожалуйста. Сейчас вас секретарша свяжет с экстрасенсом. Алло, я вас слушаю. Мне сказали, что вы меня свяжете с экстрасенсом. Ожидайте, чародей будет свободен через 1 минуту. Хорошо. Я слушаю вас. У меня пропал друг. Не продолжайте. Я знаю. Вы читаете мысли? Да не, я просто рядом сидел, все слышал. Так вы мне поможете? Темные силы вокруг этой истории. Я готов заплатить и больше. Наш клиент, аж жарко стало. Можно мне отгул? Ясно. Как он выглядит? Сейчас он выскажется, отвалит нам кучу бабла. Ты ему дашь левый адрес, и мы его кинем. Не отвлекайся, соси дальше. Жирная мерзкая блевотина любит носить тельняшку и рубашки. Эта сука мне денег должна. Найду, рот наоборот выверну. Сколько вы готовы заплатить за адрес? 500 000. Вижу. Высылаю адрес. Да, получилось. А знаешь, почему я тебя держу? Потому что я хорошо обманываю. Нет, потому что у тебя роман с моей секретаршей.